Ладно. Блин, ну мне нельзя сладкого, но я не ем сладкого. Как ты так, GSV красный, мне его пришлют. Да потому что он здесь лежал, и я не думая, по рефлексу взяла и засунула в рот. По рефлексу. И не вышел. Блять, ебать, не рассчитал. Не рассчитал, нахуй. Слышь, ты меня зацелил. Давай! Шорт! Дай, дай! Бум! Причем даже не мерзкий звук, его приятно слушать. Ой, блядь! Да, конечно. О, это ж Мугалина тут еще. Ну да. Спасибо. Пожалуйста. Все, мы пойдем. Конечно. Удачи. Спасибо. Все, давай. Пока. А сколько вам лет? 17. А с вами можно поговорить? Помогите, помогите, помогите. Блять, Вань. Не видел никого. Вон, сука. Блять, там Мавик уже палит. Похавал. Хорошо. Если ему похуй на это, сейчас мы сделаем по-своему, блять. Давай. А я всели, блядь. Сэнди Шорс, блядь. Сэнди Шорс. Круйбался. Блин, мне на тоже в GTA. Блядь, пацаны, у меня реально вот. Ебал, блядь! Так, ну смотри, стрим идет или нет? Я просто не могу увидеть чат. Я думала, мы остановились. Чтобы. Что делать? Можно чувак. Там было видно. Я не знаю, давай еще раз. Это получается, лякать. Михалина попробовала на вкус АВП Симпла? Марк! Не знаю, что делать, напряженный момент. А там кто-то еще играет в Fall Guys? Все, в нападение, я иду, шеф, я иду забивать. Просто впервые? Да не, не стоит. Ты че, шлюха, сделала? А че он зарка съебал? Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Да? Чел постепенно раскрывает скоро, не в профиль будет стримить. Короче, еще. Мне то, что Вадя подарил вот эту вот башню, статую свободы. Мы, короче, ее всю собрали, представляете, за ночь. Ну, я собрала. Вадя там вообще не мог разобраться. Он угорал с меня, что я не могу нормально построить вот эту Майнкрафт-хуйню. Это все, что построили? Ты че, пиздоболка? Убери! Говорит, за ночь собрали. Вот. Че? Понятно, чем они всю ночь занимались. Ёлечка, в честь тебя салют, смотри. Твою честь хуярят. Ля какое! Это кот настоящего гремлина. Кстати, сиамские очень мстительные. Очень мстительные. Плюс пишут. Мы назвали кота Пуфиком. И прикинь, он вырастет, и, блять, его коты-одноклассники будут его троллить за то, что его назвали Пуфиком. Одноклассники? У нас что, школа? Коты-одноклассники. Я считаю, что скоро будет школа для котов. Это будущее. Мы должны обучать наших котов становиться добрее, потому что коты — это средство массового уничтожения людей. Вы смотрели этот «Любовь, секс и роботы»? Там все видно. Что будет с нашим... Он в итоге показал, что ему злой подарил или нет, чат? Или это пока еще... Да, когда А, он показал, я думал, он до сих пор байтит. В облаках мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу, Винкс. Только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены. Победе, Винкс! Мы от вас недалеко, мы подружимся легко.
не разлучит нас никто на свете, Винкс! Да не, злой, блядь, мне кажется, что ты чел такой, который только и лижет, ну, типа... А ты лижешь? При первой этой, я тебе не скажу. Даш. Придаш. Даш, лижет? Мне же так полирует, ёбаный змей. За ту челочку его хватает и... Насыпает ему, я ебу. Раскрыл план, да? Чё, зайдем? Ебать, Даша красная, краснючая сидит. Это цветокор, блядь? Или перенасыщенность много на камере, а? Не зря челочка? Заметила, злой стал позером. Ребят, кто заметил, что злой стал позером, плюс чат. Типа, объясню, кто такой позер. Это кент, который пытается быть, типа, крутым, пиздец, там, блядь, я рот ебал, я там, на хайпе, блядь, надо. Ну, то есть ты, ну, то есть как ты. Да, да, блядь. Вот, и у него это как-то кринжовенько чуть-чуть получается. А, да? Да. Нет, он не всегда таким был. Курасил, чисто гриву, да? Смотрите на меня тут, смотрите на меня привет, там. Привет, Левин, очень тяжело найти парня. Ой-ой-ой-ой-ой. Как стать парнем-стримерша? Как стать парнем-стримерша? Блять, какое я уёбище! Что это, блять, за лук? Что это за очки? Что у тебя с волосами? Что у тебя вообще в принципе? Где ты? Блин, она что очень похорошела. Ты кто вообще? Ой, не знаю, слишком закрытый человек. Типа... Михалиночку смотрите мы ебали. Смотрите на мои ебало, блять, ты! Она так похудела. Да. И потом мне пишут, раньше было лучше! Дойдите на... Мне также пишут, когда я весила, там, сколько, 53-54, вот с такими щеками, без брекетов, это твоя изюминка. То, ты что, тоже на первом, то, что, типа, то, худела? То, что у тебя кривые зубы, кривой зуб передний, это твоя изюминка. Мне говорил мой бывший парень, нихуя, пососи. Кривой зуб твоя изюминка. Это твоя изюминка, нихуя, я похудела, надела брекеты. Кривой зуб, изюминка, ребятка, ебало, кривой это ваша изюминка. Не, я тебе серьезно говорю, мне так. Ладно, я шучу. Нахуй просто, что это за уёбище на экране? Ну, тут я на экране тоже. Это просто, фу, нахуй. Но у меня такая же тема, когда я смотрю свои старые эти фотки. Там о, такой... Аня, это глисты, жопа, Аня, вылез ночью, ебать, похавать. Если вам чего-то не хотят давать, вам нужно пощекотать вот эту зону. Щекочете эту зону, и любой мужчина отдает вам все, что вы захотите. Теперь больной, вы я можете дурдом, смотреть? Бегаю под колесом, я не ничего знаю, же не будет. Ничего не будет. Его там на сколько? Я в дурдом. Давайте скипнем, на всякий случай осуждаем. Насколько ему дали? Нет, да? А, на сутки все нормально тогда. Я думаю, бля, ну, мы осудили, бля, я думала, он больше. Я не успел бы ничего показать, блядь. Не надо насыпать. Извини. Че это за девочка милая такая? Хесус. И пришла к злому, блядь. Хесус. Они там чокаются, блядь. Вот это за... Это тоже Хесус, ребят, это тоже Хесус. Да, у него улыбка. Угу. Ля какой. Это лучшая фотография. Сука, Хесус плохо. Не, ну охуел. Я первый раз такого Хесуса видел, он такой какой-то, блядь, активный. Он охуенный Хесус был. Он такой активный был, реально. Да, блядь, первый раз, когда трезвый, он такой, блядь, сидит, мяу. Он там со всеми пиздит. Пошел туда разрулил. Пошел туда разрулил, да. Да, пиздит и пиздит. Татьяна, ну тихо ты, Татьяна. Пошел там распизделся. Извиняюсь, нахуй, тут не о чем общаться, нахуй. Поясняю. Не замечаешь сходство между Дрейком и Квикхантиком? У двоих томный голос, такой высокий бас, ну, ты блядь. Хантик. Они одинаково говорят, нахуй. Не сравнивай, не. Смысл жизни? Не-не-не, Хантик это... Смысл жизни? В цели, брат. Неудобно теперь. А как я лежал? У самурая нет цели, у самурая есть путь. Что, блядь? Иди ты нахуй! Ой, ёб ебаный, блядь, чё хуйню несёт, нахуй, пьяная башка, блядь. А? Мяу-мяу-мяу! Это кто? Это Жожа? Привет. Это Максим, Shadowkek. Это Жожа, привет. Привет, любимая. Серёж, ты чё, напился? Да, твоей любви.
Блин. Нужно... Я так Киночка уснула сладко тут. Ладно. Ты решила разбудить, да? Ну, у меня рука. Она даже глаза не открывает. Может, регенчик сейчас даст, я их разъебу всех? Это... Смотрите. Да. Давай, теперь ты обязан разъебать Саня, в смысле. Да, ты сказал, возьму регенчик. Я про этих грибов говорю. Проходи. Где у тебя камера? Там вот там? Да, за вам. Плюс чат, кто не понимает доте, я. Не попал. Вообще ничего не понимаю в доте. Как в нее играть? А как? Ой, я вчера по СТС этот фильм смотрела. Ну, да. Хантик? Их, наверное, смущают кожаные вот эти полустанки. Кожаные вот эти штуки? Я не знаю, буду в них ходить. Ребята, это модно. Это называется позер. Ух, ё. Ой, тихо, шат. Спина типа поцарапана. Кто ему ее поцарапал? Это растяжки, мне кажется. Это не растяжки, это спина поцарапана после секса. Смотри. Смотри. Это не растяжки. Это растяжки. Можно, ну... Ой, тихо, шат. Я типа сиськи покажу, они, блядь, немножечко... Скайбан сразу. Они могут немножечко не воздержаться. Танька, а есть мышка хорошая? Нет, такие же растяжки, это нормально, ребят. У кого растяжки, не переживайте, это у всех бывает. Да. Ну, как типа, называется? Это просто естественно. Они потом еще выцветут, вот ну, должны. Как она называется? Что называется? Мышка беспроводная, блядь. Ну про что с диалог шоу? У меня Logitech. Что это такое? Это когда кожа не успевает, короче, типа растягиваться, и ты, например, полнеешь, а потом худеешь, и у тебя становится... Я на вот этой кровати! Вот так вот. Так. Вот так. Это изюминка. Смотри. Такие ножки у него. Сексуальные. Ты вообще можешь его секс представить? Нет. Я тоже нет. Мне кажется, ему еще рано до секса. Ебать, Таня плывет. Куда? Ребят, Титаник так и разбился. Это был первый раз, это был мой первый спуск. Нормально. Это ну надо, сейчас, это да. Просто надо. Давайте тут его состоим. Это мемчик будет. О, пошли. А я типа ее супруг, который сидит. Иди сюда. А что за приколы? Не, ну, там, ой, там руки же вот так. Что за приколы? Там руки вот так, помнишь? Я этот... Я снимаю, давай. Что вы понимали, мы идем по Ривермолу? Я вижу, плойка, блядь, стоит. Я говорю, Вадя, о! Смотри, плойка. Он такой, о, пойдем. Мы пошли, зашли. И этот Йосип покупает. Я думаю, ебать ты лох. Она там стоит 24 тысячи гривен. Да. А так она стоит 15, блядь. Но ее только подождать с надо. С такой же переклады, как у нас. Тихо. Он покупает, я говорю, хорошие покупки, лох. Он говорит, это тебе. Я говорю, ты что, еблан? Я так охуел, типа. Ну он перепасал так, что там перепасывает меня. Бля, это мило очень с одной стороны, на самом деле. Ну там такой каток большой. В этом, в Магнитогорске большой каток. У нас таких вообще нету. Есть, у нас спидвей есть. Он так... Он открыт. Аня, он открыт по радио, к вам крутили весь день. Они все равно больше. Нет. На спидвей не больше. Я падать умею. Где реклама? Ну, на радио. Ксюша, давай быстрее, ты чё, бля? Всё, смерть. Лыжный базе маленький. Мы на входе узнали просто. Бля, им охуенно, у них огромная компания. Блядь! Блин, так будешь с лицом или и носом? Она угорает, а ты бы плакала. Конечно. А она угорает. И что теперь кто? Ну извини меня, давай я тоже сравню. Андрей никогда не ноет, что у него что-то болит, а ты постоянно ноешь. И что теперь?
Хватит сравнивать, заколебешь. Андрей никогда не ноет. По факту.